Новый год! Всех с новым счастьем! Опять родственники приедут. Деньги на подарки тратить надо. Так, на стол все приготовила, подарки купила, елку нарядила. Оливье! Ох, хорошо! Ой, молодец! Ой, 100, ой, 50! Вы видели цены на елки? Машину можно купить. А Дед Мороз придет? А он настоящий? А что он мне подарит? Да чё ты? На, выпей. Опять бухать всю ночь. Лучше бы спать лег. Мам, а как я появилась? К нам прилетел аист, и в животике появилась ты. Пап, а как я появилась? А вот мне тоже интересно. Я, значит, с армии прихожу, мамка уже с тобой встречает. Ма, дай денег. А зачем тебе? Гулять с подружками. Ладно, держи. Папа, дай денег погулять. А что, на лавке уже сидеть платно? Получишь со мной уроки? Иди с папой получи. Пап, получишь со мной уроки? Иди он с мамкой получи лучше. Ма, у нас есть что-то покушать? Да, у нас там в холодильнике запеканка, картошка, пюрешка, котлетки. Пап, у нас есть что-то покушать? Там это, в морозилке пельмени есть, сваришь, пожрем. Ма, а у меня появился мальчик. Как это? Вы же еще совсем дети. Па, а у меня появился мальчик. Слава тебе, Господи, зови его в гости, спаситель наш, куда свадьба? Я купил тебе самый дешманский подарок, который смог найти. Спасибо. А я тебе вообще ничего не купила. Подарком будет секс. Ой. А помнишь, ты просила сделать оливье? А я сказала, что не успеваю. На самом деле, я просто не люблю салат с майонезом. А какое ты желание загадал на Новый год? Развестись с тобой. Ты дурак. Не говори вслух, не сбудется. А у тебя новогоднее настроение есть? Нет, я ненавижу этот праздник. Мандарины пахнут так же. Елки такие же зеленые. Раньше не было лучше. Просто в детстве мы были счастливы. Ты уже выпил? Ага. Детки, идите сюда. На самом деле Деда Мороза не существует. Подарки покупаем мы с папой. Да, мир вообще сплошной наебал. Дорогие граждане этой страны, мне как было похуй на вас в том году, так будет похуй и в следующем. С Новым годом! Так, ну я все купил. А горошек взял? Руки! Это на стол. А что пожрать есть? На хлеба возьми. Так, давай сейчас подремаем, чтобы потом всю ночь выдержать. Ну, сколько там? Только 5. Кто это? Гости. Какого хрена так рано? Рано! Одна минута осталась. Сейчас. Давай, 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 давай. Ну, давай, давай, давай. Хороший был год. Хороший. Так, а можно, пожалуйста, кончики постричь, только не сильно коротко? Не, ну сказала бы минут 20 назад, тогда можно было. Сейчас уже все. А может, завивку сделаете? Можно, можно, да. Ну, как вам? А, вы себе хотели, что ли? Извините, еще долго. Сейчас, еще пару лайков. А, знаете, хочу быть брюнеткой. Ой, проблем нет, сейчас за красочкой съезжу, куплю и все будет. Ой, или может в рыжий? Ну, чтоб совсем красоткой быть. Похудей сначала, красотка. Что? Я говорю, сейчас сделаем, все будет хорошо, дорогая моя. Любка, иди-ка сюда. Ты что, думаешь, не заметит? Да как не заметит, тут волос нет и по кругу все выгорело. Может закрасить, а? Простите, все нормально? Ой, очень вам так хорошо, вам так идет все. Ой, а я смотрю, у вас кончики какие-то сеченые, да, и волосы какие-то тусклые. Надо полечить. Ой, да нормально у тебя волосы, все хорошо. Да. Ма, ты зачем столько наготовила? Как зачем? А закусывать как я буду, а? Смотри, я нам сыра нарезала. Моя ж ты хозяюшка, ставь. Ой, вот Юрка Гальцев, каждый раз смешно. Обалдеть. А Пугачиха-то еще поет. Может, телек посмотрим? Ты что, гонишь? Там опять эти огоньки конченые. В дурачка сыграем? Лучше давайте сыграем, кто быстрее батя принесет вон ту бутылочку. Тебе лишь бы выпить.
А кто в этом году был плохим мальчиком? Я. Сыночек, смотри, мама тебе свитер связала. Да, это от бати тебе это. Ща, вот. Дуля. Дорогой, я купила тебе приставку. О, спасибо, а я тебе... Дуля! Котел! Странно, с батей прокатывала. Какой сегодня день? Не знаю. А год? Новый. Точно. Может, что-то приготовим, а? Там с Нового года еще 3 салата осталось. И заливное. Терпи. Один дома! Блин, мы его вчера смотрели. Это вторая часть. А, тогда включай нам. Слушай, а ты елку после Рождества уберешь? После старого Нового года? Хоть после 8 марта уберешь? Слушай, так все поменялось с Новым годом. Не жизнь, а сказка. Может, хоть в центр на елку съездим, а? Не знаю, что там делать? Все ездят. Там, кстати, глинтвейн продается. О, поехали. Или хотя бы в кино сходим. Да там по-любому какая-то новогодняя говнокомедия идет. Блин, я уже не могу эту еду есть. Че, зовем друзей? Зовем. Hello, I'm your new English teacher. А где у вас туалет? Ну что, будем знакомиться? I am Andrew Степаныч, а ты, наверное, будущая звезда of ЕГЭ, да? Пойдем учиться. Ну, давай денежку наперед. Скажем так, занятий за 20. А как у вас другие ученики сдают? Ну, у меня в прошлом году лучший ученик набрал... 100? Да, 100. Так, ты на сколько хочешь сдать? Ну, на 90-100. Не, ну, проходной будет, пиши. English is biggest... Так, а ты что, хочешь на коммерческое или на бесплатное? На бесплатное, конечно. А, что, реально, да? Так, вот тебе задание. 10 минут на выполнение, время пошло. Так, а... Давай. А, простите, я здесь одно задание не поняла, вот... А, все, мое время вышло. Меня еще там 8 учеников ждут. Если я с каждым так буду оставаться, ты знаешь, что это будет, а? Ну что, ребята, вы сделали домашнее задание? Нет, к сожалению, нам было впадлу. Верочка, ну что это за внешний вид? Вы одеты как проститутка. Да ты себя видела, швабра старая! Начинаем урок литературы. Сегодня у нас интереснейшая тема — поэты Серебряного века. Извиняемся, а для кого она вообще интересна? Извините, а можно выйти? В уборную? Конечно. Да не, я в столовку схожу, как раз очереди нету. Достаем двойные листочки, будет контрольная. Так вы не предупреждали. А я знаю, но мне как бы все равно. К доске пойдет ученик, который больше всего меня бесит. Богдан. А сейчас я весь урок буду пугать вас ЕГЭ и говорить, что вы дебилы. Почему? Настроение у меня такое. Кстати, напомните родителям, что в пятницу собрание, и я 3 часа буду рассказывать, какие вы тупые, и что нужны новые обои и шторы. Так, вы куда? Звонок для учителя. Ну, вообще-то он для всех, но власть тут только у меня, так что сели на жопы ровно и пишем. Богдан, а я не поправилась? Да ты жирная, пизда. А мы же поженимся. Ты чё, мать, 2 недели максимум и расходимся. Богдан, а ты хочешь детей? Да не, я и первого не хотел. Какого первого? Смотри, какие занавески нашла. Они нам нужны? Нет, они нам нахрен не нужны. Богдан, какое платье лучше? Оба очень хреновые. А кто лучше готовит? Я или твоя мама? Вы обе очень-очень плохо готовите. А что это за Михалыч с работы? Кошмара моя. Блин, Богдан, а ты ищешь работу? Ты что, гонишь? Нам и твоих денег хватает. Хотя могла бы и побольше зарабатывать. Богдан, открой дверь! Я не могу, я лежу на диване. А что ты мне подаришь на Новый год? А ты уверена, что мы до Нового года будем вместе? Не, ну тогда iPhone 11, конечно.